Жители Сочи уже не удивишь контейнером для сбора пластиковых бутылок. Установили их в середине лета, и только люди к ним привыкли, как рядом появились новые, в этот раз для макулатуры. Поставили в Сочи контейнеры для удобства, для людей, которые могут спокойно принести картон, там, бумагу. Это не попадает куда-то там в мусор, в скоб какой-то, где это превращается в мусор также. Нет, это все отдельно сортируется, опрессовывается и отправляется уже на переработку, на комбинат. А вот и опрессовочный цех. Именно сюда свозится макулатура, собранная из контейнеров. Здесь ее прессуют в брикеты. Один такой брикет весит порядка 600 килограммов. Затем их грузят в фуру и отвозят в Пензенскую область. Именно там находится завод по переработке бумаги и картона. Это уже другой прессовочный центр. Сюда можно привезти макулатуру самому и даже получить за нее деньги. Также можно заказать и вывоз картона и бумаги в случае больших объемов. За месяц через этот небольшой сортировочный центр проходит порядка 100 тонн вторичного сырья. Я считаю, что это очень важно, поскольку у нас у самих двое детей, да, и мы хотим, чтобы наши дети все-таки жили в природе, поэтому мы и начали осуществлять этот непосредственный прием картона, чтобы не уничтожались наши деревья, которых и так с каждым годом все у нас, даже в нашем городе, все меньше и меньше. Вот, поэтому деревья не уничтожаются, просто перерабатывается наш вторичный картон. Переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев. Также это экономит воду и электроэнергию, необходимую для производства бумаги. Пока контейнеров для макулатуры в Сочи немного, всего 7. Однако раздельный сбор мусора будет культивироваться на курорте и далее. У нас со следующего года должен быть определен региональный оператор, который будет начинать работу, в том числе по организации раздельного сбора мусора. Мы хотим понять для себя, хотим понять, как это будет работать перед тем, как зайдет региональный оператор. Баки для раздельного сбора мусора появились сначала на объектах транспортной инфраструктуры, затем на пляже, а теперь и рядом с домами. И, похоже, горожане подошли к вопросу экологии ответственно. Эти баки пустыми не бывают. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.